мудреца. Всем привет, брат Воровайка. Стоитесь на районе тоже. На комфортабельных машинах люблю кататься. На Жигулях прикольно, но хочется с комфортом. Музычка есть? Ну-ка подрубать. Я приехал в Мецково, Данил Ренатович, не остановить. Он раб болгарки. Делает искры, делает красиво. Я, кстати, знаете, что подумал? Что мы тачку выставим ровно, я сяду в свеже установленную сидушку, и Ренатович меня перевернет вверх ногами, мы сымитируем, как будто бы я лег на крышу, чтобы прочувствовать всю радость данного мероприятия. А тем временем мы перекусили чайком с блинчиками. И сейчас будем продолжать работать. Будем здесь вот заниматься, делать подрамник. И запустим традиционно уже стримчик на ютубах.